Руководство Казанского федерального университета почтило память ректора Императорского Казанского университета Ивана Симонова. 1 июля исполняется 225 лет со дня рождения великого ученого, выдающегося астронома и путешественника. Церемония возложения цветов к мемориальной плите Ивана Симонова, расположенной в Кизическом Веденском монастыре, прошла утром 1 июля. Ученый известен во всем мире прежде всего как человек, сотворивший своими руками Казанскую обсерваторию и принявший участие в экспедиции, позволившей доказать существование шестого материка Земли – Антарктиды. Самым значимым в жизни Симонова то, что определило всю его дальнейшую судьбу, стало участие в кругосветной экспедиции под руководством Лазарева и Беллинсгаузена, которая проходила с 1819 по 1821 год. В ходе ее был открыт новый континент – Антарктида. Иван Симонов сыграл большую роль в развитии науки в Казанском университете. В первую очередь, это прогресс в сфере астрономических исследований. Под его руководством была построена Казанская астрономическая обсерватория. Симонов руководил Казанским университетом в течение 9 лет. В 2010 году по инициативе Музея истории Казанского университета на территории бывшего Кизического монастыря была установлена памятная плита. К юбилею открытия Антарктиды многие музеи будут делать выставки. И они находятся в поиске тех диковинных предметов, которые были привезены из экспедиции. Но, как выяснили исследователи, нет их в Кунсткамере. Это одно из старейших хранилищ и музеев нашей с вами страны. Нет их в военно-морском музее. И мы абсолютно точно знаем, что те предметы, которые привез Симонов из этой экспедиции, они находятся в коллекциях, в собраниях музеев Казанского университета. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.